поменьше. Вот. Не лей сильно. Раз. И точно такой же. То ли он об ребро это хреначит, то ли непонятно, в чем проблема. Сейчас переставим колесо. Ага. Сейчас в конце расскажу. Давай колесо переставь внутрь, чтобы оно не это, не давало сюда, да, прижиматься к этой. Да. Вот теперь пускай кладет. Там эти края задирает бока рулона. Такая проблемка есть. Да-да, маленько его. Давай, давай вместе. Подвинем, да. Этот обливал? Давай. В чем фокус? Фокус в том, что этот... Не стали ставить закваску на пресс подборщик. Но ты много льешь, Тём.
Ты как бы в общий, ты в одно место много льешь, а во второе вообще не налил. Подальше маленько и блей. Распрыскиватель чуть дальше держи. Много не надо. Нет, конечно. 5% сделал раствор. Простой раствор купил в любой аптеке. Можно купить в магазине по продаже, как их там, пчеловодство. Всякая фигня. В общем, я думаю, что вы догадались, это муравьиная кислота. Решили часть сделать с маленькой закваской, что, потому что прошлую зиму была основная проблема, это поверхностная, то есть плесень, очаги. И вот сейчас я таким способом пытаюсь ее убрать, то есть посмотреть, как это будет и что это получится. В пресс-подборщик опрыскиватель не стал ставить. Почему? Потому что гнилье будет гнить. И не стал делать так. Сделал просто вот так опрыскивание. И посмотрю, что получится. Да, кроме муравьиной кислоты еще можно использовать молочную кислоту. Она хорошо влияет на пищеварение. КРС, также овец, но, естественно, не в большой концентрации, то есть там 3-5% раствор, как бы, вполне достаточно, я считаю. Ну, попробую, посмотрим, что это будет и как это будет. Неровно стоит, и его начинает прижимать. Ну, вот они, эти повреждения есть. Тём, можно, надо маленько заклеить его. Потому что там была молочная, а здесь муравьина. Во. Этот тоже, да? Этот не брызган? Нет. Так, сколько у нас вышло с пролета? У нас получилось 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, еще раз запутался. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 19, 20, 21. И в поле еще 4, 6, 27. Сейчас. Еще раз. Еще на торцом. Надо их ставить. Попробуем. Мотаем финская пленка. 500-ка. 1800 метров на 500. Хватает ее где-то на 30 рулонов. То есть при хорошей натяжке 25-30 рулонов. 1,20 м на 1,20 м она обматывает. Во всяком случае у нас. Так что как-то вот так.
Вот. В принципе, есть натяжка, как бы более-менее нормально, потому что по мере прокручивания рулона все равно, то есть натяжка здесь ослабевает. Видно, вот специально снимаю, чтобы можно было посмотреть, что как бы идет растяжение. И максимально надо вот это растяжение настроить, и тогда более-менее качественно и количественно будет мотать обмотчик сенаж. Так, ну это у нас будет где-то уже под 70 рулонов на 6 число. Ну, приеду, посмотрю на прессе. Мотаем мы 20, потому что можно посчитать 10 кругов, то есть хватает, чтобы полностью перекрыть рулон. И решили не 24 делать, а именно 20. А так, не знаю. Ну, где-то не хватает, больше доматываем. Если он сбоку порвало чуть-чуть рулон, значит, стараюсь мотать, чтобы этот перекрыть эту дырку. Ну, вот говорю, вот неправильно рвет. Вот эти вот хвосты, они потом задираются и висят. И больше разматываются. Неправильно ты делаешь. Надо от рулона отрывать, а не... Вот, вот эти хвосты, они со временем потом начинают от ветра расходиться. И все это дело по полю летает. Ну ты не видишь, как у тебя стоит он? У тебя обмотчик стоит раком. Он не может нормально обматывать, если он стоит боком. Что-нибудь изменилось, думаешь? Ну вот сейчас он поправил. Лучше будет, нет? Почему? А? Видишь, как он стоит? Весь качается. Он у тебя в бок обматывает, потому что ты его неровно ставишь. Так тебе надо... Сейчас гидравлика подкапывает, надо вставить им. Вот, скажем так, мотаем все одним еще рулоном. Я бы сказал, что 500-ка неплохо мотает, но, блин, вот эта растяжка что-то при падении они трескают, лопает она. Вот это что-то непонятное, это похоже как на нашу, российская была такая у нас. Какие-то, не помню, они где-то Смоленске, что ли, у них было контора. Приезжали ко мне на пробу, что давали там это видео. Вот у них тоже так было, что она лопалась при выгрузке.
Сейчас. Более-менее. Стой здесь, а мы откатим, давай. Давай его катанем нахрен. Да и все. Площадка ровная. Ну и ставьте. Да. Хотели хорошо, получилось как всегда. Надо дальше его откатывать, потому что что? Не отъезжать. Вчера косили днем, где-то в часов 6, наверное, 7 он закончил косить. Один пролет. Ну, у нас так и было, 25-27. Маленько поверни, во, чтоб он попал. Но тяжеловато подымает. Куновский.